Всем привет! Сегодня я планирую сделать полезные приспособления для мотокосы. Я думаю, вам стоит это увидеть. Вот из такой старой катушки нам нужно вытащить этот переходничок. Ну что ж, погнали. Все внимательно смотрим. Итак, друзья, попробуем из этих лезвий, как будет косить. А потом из ножовочного полотна разрезаем наполовину 3 штучки. Прицепим их сюда. Давайте будем цеплять на мотокосу. Не забываем одевать защитную маску. Ну что ж, видим, косит неплохо, но маленькую траву. Большую я боялся, чтобы не сломать. А теперь давайте попробуем из ножовочного полотна, что получится.
из наживочного полотна плохо пальнуло с первого же раза, как видите. Так будет лучше видно. Сначала хорошо косило, а потом что-то ударилось. И все. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.